Я считаю, что это достойно, эти 8 людей, мы достойны их знать в лицо. Три звания за период Афины и Рим. Все супер. Верните, пожалуйста. Три звания за период Афины и Рим. У нас достигли 4 человека. Это золотой директор, старший золотой директор и Софийный директор. Эти три звания. Ирина Черненко из Украины. Семинары и книги. Составляем план активности на каждый.
каждый каталог, на каждую неделю и на каждый день. Четыре основные действия, которые мы накладываем на рабочую неделю и на каждый день, следующие. Это коммуникации, обучение и встреча возможностей Oriflame. По 30% времени мы выделяем на это. И 10% на продажи. Я бы хотела подчеркнуть три основные рекомендации, которые помогут ключевому партнеру быстро выйти на 21%. Первое – это помочь определить цель и составить план действия. Второе – это мотивация. Лучшая мотивация – это быстрый результат вашего партнера. 3-4 каталога, 12-15%. И третье, на мой взгляд, самое важное, самое главное – это работа в системе PRO. Система должна быть во всем. Система приглашения, система проведения встреч, система обучения и сопровождения. Мои фишки. Задача первой встречи – назначить вторую встречу. Провожу тест на готовность действовать. Даю на 2-3 дня прочитать книгу. Если прочитал, значит готов действовать. Следующий очень важный момент, на мой взгляд, это работа в команде, работа с командой и создание отношений в команде. Этому очень будет помогать система обучения, семинары и интеграционные встречи. Следующий момент, очень важный, это система встреч в офисе. У нас проходит каждый день 5 бизнес-встреч на 10-20 человек. Это задает темп нашей команде. И самое главное, на мой взгляд, это система сопровождения, потому что это дает возможность дубликации. Итогом работы года есть не только 4 директора первой линии, а еще 4 20% группы в глубине. Это уже 2 человека закрылось, и 2 закрываются в ближайшее время. Благодаря этому я подаю пример своим лидерам, являюсь примером для своей команды. Я хочу сказать вам благодарности всем лидерам компании «Oriflame», потому что я у вас учусь, потому что мы учимся друг у друга. Своим спонсорам Тане Поповой и Сергею Золотарю. И особые слова благодарности мне хочется сказать каму Киевского региона Ане Трегов. И, конечно, первым исполнительным директорам, топ-лидерам Украины, топ-лидерам мира, Галине Вячеславне и Владимиру Викторовичу Беганову. Потому что встреча с этими людьми стала ключевой для принятия моего решения и работы в компании «Oriflame». Они всегда являются примером для меня в жизни и в бизнесе. Огромное вам спасибо. Не было бы вас, не было бы меня. Я хочу всем пожелать стабильного роста, быстро растущих структур, благополучия, успехов, гармонии и счастья в жизни. Давайте посмотрим на вторую группу. Те люди, которые